тревожно гудят, стучат поезда. Экскурсия по кладбищу. Смотрел что-нибудь? Смотрел что-нибудь, на телефоне нет. Ну ладно. Так, слушай, а как смотреть на солнце, какой ехал? А сколько часов ты примерно доехал? 4 часа. Класс. За крапивкой, за крапивкой, за крапивкой для супчика. Я мою крапиву. Крапиву хотите? На свай делаешь? Простите, вот это у меня смех. Somebody's cold one. Ты что, режешь? Давай, режь. Для гриля. Для гриля готовлю. Давай, молодец. Гриль, гриль. Feels good. Inside. Нет, я готовила. Вообще такого не показывай. Нет, специально. Я видел, да, как могла? Этот лузер, VIP не прошел. Все, девчонки, пошлите есть. Ой, как вкусно. Ням-ням. Суп из крапивы. Сейчас я кулитамину хапну. Именинника. А, да? Так что вам здоровья, счастья, любви, удачи. Долголетия, богатства. Прекрасных друзей рядом, путешествий побольше. Хороших родителей. Спасибо. Прыгаем. А что это за машины? А нет, это просто не про пылесосы. Говорю... Это как в этих ночлежках. Вот это вид. Эй, блин, не успел. Больше эклеров, больше эклеров, больше эклеров, больше эклеров. Сережкам рано нужно было жарить. Так что они не особо светленькие. Вадимка едет Чебоксары. Давай, хорошо, доедь до Чебоксаров. Приезжай еще. Женой. Слезы утираю. Эти такие стоят. Гуляем по вечернему Космодемьянску. Еще раз расскажи, что это за место? Попрашивается какая-то крышка. Тут старая площадь Нижнего города. Да. Это что за здание вот это? Здание, самый старый ресторан. Тут просто, не знаю, испокон веков все в нем. То есть это считалось очень крутой. Теперь это магазин продуктов. Круто. А вот это что за здание? Тут было здание парковое, какой-то дом культуры, что-то в таком духе. Всякие дискотеки, мероприятия. А сейчас здесь заблагоустроили все. Что-то вообще, я не помню, что это. Я не узнаю этот город. В часовне мы постоянно около нее почему-то фоткались. У меня куча фоток рядом. На крылечко мы заходили и фоткались. Красота какая. Сейчас будем повторять фотографию из Аниного детства. Фотография с часовней. Видишь, а мы маленькие здесь стоят такие. Давай, вставайте мне тут сюда. Музей Остапа Бендера. Вау. Здесь все про 12 стульев. Да, обычно вот стулья вот на этой площади разыгрывались. Стояли на этой вот, на улице. Чтобы увидеть Геннадия Ветрова. Да, чтобы увидеть сцену. Ну там занято. Захватывающе, конечно. Очень. Это Аня рассказывала про чуваков, которые приезжали с круизом аншлага. Теперь она танцует. Ага, ага. This is Kate.
Ой, у меня комар укусил. Кет, hello. Мяу-мяу. Everybody, let's go. Ой, ой, такой. Ой. Здрасте. А что, это змея? Боже, Слава, это ты из прошлого пришел сюда? А нет, из будущего. Ну такое. Из среднего. Из среднепропердюшнутого. Дороги в голове ляля. Я тебе рассказывал, как мы в Гамбии встретили гигантского паука. Спасибо! Я иду. Да. Мы идем через лесок. Ага. Это было дело в Гамбии, это Западная Африка. Окей. Иду, и тут пробегает паук большой размером с мышь. Я взвизгнул, подпрыгнул. Но я не уверен, что это был паук, а не мышь. Браво. Кисунчик, кисунчик. Мистер Киса. Еще раз на вис.